Она написана в 98-м, кажется, году. Ну и как бы я видел, тут люди пляшут как-то. А у меня были не плясовые песни, вот хотя бы одну я спою плясовую. Праздник продолжается неделю подряд. Я в июне просыпаюсь, на этому рад. Пиво, самогон, вино, коньяк, ацетон. Я потратил на это почти миллион. Но в понедельник утром закончится ништяк. В карманах обнаружится тотальный голяк. А то, что это смерть и организму, и уму, я думаю, не надо объяснять никому. Но кто это сказал, что я уже труп? Ведь я же еще не закончил игру. Я знаю один небольшой секрет. Таблетка пенталгина, и я жив, привет, yeah! Недавно я зашел в гости к друзьям, хотя и знал, что этого делать нельзя. Друзья мне сказали, что скоро Новый год. Ну что это такое, блин, опять не везет. Я снова должен пить неделю подряд. Со мною будут друзья, и я этому рад. Пиво, самогон, вино, коньяк, керосин. Все это я, конечно, бы не выпил один. А утром друзья захотят к врачу. Но я и без врача своих друзей залечу. С трудом расклеив губы, я дам им совет. Таблетка пенталгина, и мы живы. Привет! Всегда со всеми все и везде. Здоровый образ жизни не наш удел. Женский день, 1 мая, 7 ноября. Все эти дни существуют не зря. Праздник каждый день для настоящих мужчин. Ларек, подъезд, утрезвитель, магазин, лосьон для бритья, одеколон, нефтянол. Все эти названия не влезут в протокол. Но рано или поздно все подходит к концу. Суровая судьба бьет ногой по лицу. А мне пока не светит вечный покой. Ведь таблетка пенталгина всегда под рукой. Под рукой.